Всем доброго времени суток подписчикам и гостям нашего канала. Сегодня у нас 29 июля 2021 года. Мы находимся в Запорожской области Бердянского района, село Осипенко, Украина. Сегодня я хочу сделать вам видеообзор персика под названием Red Haven. Этот персик с желтой мякотью, он очень крупный, вкусный и ароматный. Сорт этот селекции США. Это самый популярный сорт в Америке и в Европе. До 70% насаждения персика США и Европы, ну, промышленных насаждений, составляет этим сортом. Этот сорт персика активно начинает плодоносить уже на четвертый год жизни. Этот сорт сравнительно с другими сортами устойчив к грибковым заболеваниям, но все равно минимум 2-3 химобработки за сезон я ему произвожу. Когда находишься в саду возле этого сорта, то стоит такой аромат, жаль, что этот аромат нельзя вам сейчас передать. Так оно все вкусно пахнет, просто вкуснятиной пахнет и все. Да, забыла сказать вам еще, дегустационная оценка у этого сорта 4,7-4,9 балла. Поэтому этот сорт такой популярный. Сейчас я произведу сбор плодов, и мы их взвесим и попробуем, какие же они на вкус. Произвел сбор персика под названием Red Haven. Это один из любимых наших сортов персика. Мы его с удовольствием кушаем. Вот так вот он выглядит на фоне спичного коробка. Аромат, конечно, стоит бесподобный. Он сладкий, ароматный. Сейчас мы включим весы и узнаем, сколько же он весит. А потом я разрежу один плод и мы произведем дегустацию. Так, обнуляем весы. Значит, ложим на весы 161 граммы. Грамм 151 грамма, 123 грамм, 165 грамм, ну как бы мелковатый. Когда дерево было молодое, я его только посадил, были сигнальные плоды, тогда урожай, некоторые ягоды достигали веса 260-270 грамм. А сейчас вот смотрите, ну так вот, в районе 160-170 грамм. Сейчас я разрежу этот плод, и мы произведем дегустацию. Попробуем его, какой же он на вкус. Так, разрезаем. Аромат, конечно, стоит бесподобный. Так, косточка вот у него, смотрите, вот такая вот. Отделяется она
тяжело, легко, скажем так. Сейчас обрежем одну дольку и попробуем его на вкус. Вот смотрите, какой он. Вот сколько сока у него. Видите, течет как с крана. Вкус бесподобный. Такой, аж как бы сказать вам, с мускатом. То есть всем рекомендую. Если посадите такой сорт персика на своем приусадебном участке под названием Red Haven, то не пожалеете. Всем рекомендую. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч. До свидания.